То есть получается, как бы такой пинок, и тут получается у меня есть выбор. И у меня появляется второй шанс. То есть либо возвращаться в эту систему и просто, ну лгут и лгут, ничего страшного. Либо же попробовать что-то, другой путь, правильный путь. Для меня было важно, чтобы человек подтвердил существование системы в России применения допинга. То есть, чтобы он сказал, да, там у нас в России вот все используют то, что руководство прикрывает, да, я об этом знаю. Да, тяжело слышать о том, что в твоей родной стране тебя считают предателем только потому, что ты хотел сделать что-то хорошее, только потому, что ты рассказал правду.